Филиал РПЦ намерен установить в Алматы памятник Александру Невскому. Значит, вот такая вот статья. Открытие памятника состоится 13 июля. Активисты выступают против, передает эксклюзив.кз. Филиал Русской Православной Церкви, возглавляемый из Москвы, решил 13 июля открыть в Алматы памятник Александру Невскому. В частности, вышеупомянутое пропагандистское мероприятие с политической подоплекой поддержал сам патриарх московский и всея Руси Кирилл, который осветил войну России против свободной Украины, указывает активист Турарбек Кусаинов. Он подчеркнул, что согласно истории, князь Александр Невский был невольным вассалом Золотой Орды, но ненавидел кочевников, хоть и был вынужден смириться перед их политической властью. Историки утверждают, что он был настоящим империалистом и религиозным фанатиком. Зачем в южной столице Казахстана Алматы открывать памятник воинственному империалисту вроде Александра Невского, которого Кремль и Путин считают святым, задается вопросом активист. Он отметил, что в своих публикациях Православная Церковь РК пишет название города Алматы как Алма-Ата, а в уже удаленном посте об открытии памятника имя президента Касым-Жомарта Токаева, который, как утверждается, дал личное согласие на данное действие, было написано как Касым-Жомарт. По словам алматинской епархии, на открытие памятника планирует приехать президент Казахстана и представители РПЦ и Путина. Ранее памятник Александру Невскому на территории Александра Невского собора планировали привезти из России и установить в прошлом году, но комиссия по охране памятников города не одобрила проект. Вот такая вот, значит, статья, друзья мои. И также я хочу вам напомнить, друзья мои, что Токаев не принял орден Александра Невского в прошлом году, вот ровно вот год назад, то есть 18 июня 2022 года, 18 июня, а сегодня у нас 11 июня, ну вот неделя, через неделю будет ровно год. Токаев не принял орден Александра Невского. Токаев до окончания президентских полномочий отказался от наград и не принял орден Александра Невского, сообщили в его пресс-службе. Кремль это не подтвердил. Накануне Токаев выступил на ПМФ и назвал ДНР и ЛНР квази-государствами. Но я думаю, наверное, в этом и кроется вся вот эта, вот, знаете, вот шумиха вокруг памятника Александра Невскому. Я не верю, что приедет на открытие этого памятника президент Казахстана, знаете, Путин, РПЦ, там, все это, я считаю, это все обратно же шумиха, обратно все это, знаете, хотят, я так считаю, нашего президента, как говорится, склонить, все за его слова о квази-государствах. Я думаю, оттуда ветер дует, но я высказываю свое личное мнение. Ну, а если строить собрались памятник, то я считаю, вот картина. Вот картина, значит, где Александр Невский стоит с поклоном перед казахским ханом, перед ханом, значит, нашей великой степи. Поэтому, если хотят памятник ставить, то надо ставить вот именно, я считаю, вот в такой композиции, знаете, чтобы преклоненный на коленях перед казахским правителем. И тогда еще, я думаю, будет как-то одобрен этот памятник. А если его в России, я считаю, вот, да, считают Александра Невского возвеличивают, считают его там вот таким, значит, историческим таким, знаете, вот персоналом, который дорог для России. Ну, я говорю, ну, вы ставьте у себя в России, если его вы так обожествляете, да, и к лику святых его, значит, причислили. Поэтому в Казахстане мы видим, если
и будет памятник Невскому, то только вот в такой позиции, знаете, композиции. То есть переклоненный, преклоненный, на коленях. А у вас он пусть стоит на лошади, пусть как хотите вы так его и делаете, хоть на облаках пусть он стоит. Поэтому то, что вы там его осветили, там сделали клику святых, то для нас, мусульман, мы как-то к этому относимся, как-то, знаете, я не знаю даже слова, как сказать. То есть это ваше, сугубо ваше. Где гарантии завтра вы клику святых и Жириновского, значит, причислите и скажете, давайте Жириновскому тоже памятник поставим на в Алма-Ате, что он там родился, что вот тут на лошади, значит, такое. Я думаю, что все это, знаете, все это политизировано, все это направлено против нашего президента. Поэтому, друзья мои, давайте, я считаю, не надо поддаваться, все это, я считаю, обратно же. Проверка нашего общества, гражданского нашего общества на зрелость. Я так вижу эту ситуацию, знаете. И я думаю, что этого не будет. Я думаю, Тукаев так же, как отказался от ордена Александра Невского, так же, я думаю, он и запретит и памятник Александру Невскому. Я почему-то в это верю, по крайней мере. Ну, а если что вы думаете, друзья мои, какие вы, у вас соображения, пишите в комментариях. И ставьте лайки и продвигайте мое видео. С вами был Ергали. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.